Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Путешествие в страну Оз». Так, 5000 эссенций забираем. Это ежедневочка. Так. И... так, в рюкзаке все отлично у нас. Так, с возвращением пакета Фелии. Ну, это... ага, здесь бесплатная бронзовая монета. Сразу ее бросаем в этот фонтан. Так, эссенция. А еще что? Бросок кинжала. Это для Офелии. Можем, кстати, прокачать. И рубящий удар. Это у нас для дровосека, кстати, тоже можем прокачать. Плюс. Ух ты. Разрывная волна. Сокрушите две соседствующих врагов волной магической энергии, наносящей урон стихии света. Окей. Естественно, можно прокачать. Но там, по-моему, что-то... ага, вот еще серебряная монета. Давай тоже киданем в этот фонтан. Так, ну понятно, что эссенция. Так, необычный рубин, 40 здоровью. Магическое копье. Это тоже для льва. Выстрелите магической энергией по одной цели. Разрыв. Это, по-моему, что-то новенькое, да? Рвите зубами одного врага. Плюс вешаем кровотечение. И торнадо. Торнадо я уже помню. Ну, тут не кисло дали карточек нам. Что-то новое. Что-то новое, ребята, это ураган. Дальний бой. Три цели. Призовите страшный ураган, наносящий урон всем целям. Стихия молния. Ступор. Шанс 100% на один ход, когда цель в ступоре, ее действие откладывается на указанное количество ходов. То есть станет, одним словом, противников. Так, дерево тут, смотрю, у нас вроде бы как все в рубинах уже обвешано. Можно мне это забрать? Вот эти вот 25. Спасибо, изумрудов мы забрали. Что-то на почте. Сезон 130 закончен. А можно посмотреть, что это? Ваше место 1144. Забираем. 1144, ты прикинь. Так, самоцветы, снарядить. Редкий рубин, 65 к здоровью. Создать, может быть? Так, еще можно создать. Ага. И снарядить, кому только можно это снарядить. Страшили? Ну, как-то я не особо уверен, что страшили это нужно. Вот лучше, наверное, Офелии снарядить. А, у нас два кристалла, так что даже хватит на железного дровосека. Так, 65 к здоровью. И можно еще здоровью, да, добавить саракончик. Так, а у льва-то вообще ничего нету. Давай хотя бы двадцатку к здоровью ему дадим. А то он что-то вообще как будто обделенный. У всех стоят камни, а у него нет. Это несправедливо. Так, вы можете купить эссенцию. Понятно, там что-то орет. Сезон у нас на арене новый. Умение, естественно, надо прокачать. Так, у Офелии я знаю, что один. Это вот кинжалы. Улучшаем. Прекрасно. Так, у Страшилы это два. Так, улучшить. Сразу по максималке улучшаем, чтобы не по одному разу, а все сразу. Так, и ураган. Это новинка. Замечательно. Так, у дровосека один удар. Это рубящий. Улучшаем, ну не так дорого. 500 эссенций всего лишь требует. Так, а вот у льва аж целых 3. Это магическое копье. 7500 на 3 улучшения. Так, дальше идет разрывная волна. Не знаю, ребята, не пробовал, поэтому ничего сказать пока не могу. И разрыв. Аж 3 уровня повышаем. Но обычно я как делаю? Я беру те удары, которые наносят, естественно, больше всего урона. Если я вижу, что здесь 124 урона против, извини меня, 79, я, наверное, возьму. Хотя лучше вот это вот убрать. Так, стоп. Вот. Подожди, как там? Да погоди. Вот это вот. Ё-моё, а как нам? А, он снаряжен. Ё-моё, что-то я совсем уже попутал. Рваная рана тоже есть. 205, это есть у нас такой удар? Такой есть. Последний укус, 165. А вот такого нету. Поэтому я вот, наверное, бы его
Лучше бы снарядил. Да как его... А, тьфу ты, он не найден. Да ё-моё, что же я такой невнимательный-то? А здесь-то что такое у нас? Что-то есть одна карточка. Это что, обновить сейчас? Ага, размышление какое-то можно купить, что ли? 10 штук за 15 тысяч. Мне нужно 2, да? Все, я приобретаю размышление. Да что ты мне, дайте просто прокачать. Прокачать ему умение это. Размышление улучшить. Дает немного здоровья. Сразу и затем, ага, еще каждых 3 хода. По чуть-чуть, то есть постепенно еще как бы отхил будет идти. Ну, здесь вроде бы все, разобрались. Так, давайте теперь глянем, что у нас. Так, самоцвет в плане, я же вроде бы как... Создать. Не хватает самоцветов. Так а фиг ли вы мне тогда мозги-то компенсируете? Вот могу только это создать. Давай сделаем, так уж и быть. Так, задания. Какие у нас задания? А, выполненные. Опыт 50 и еще 50 опыта. Новый уровень, друзья. Новый уровень мы получаем. Мощь нашей команды возросла, что не может не радовать. И еще здесь выполнили задание одно. Все. Ну что, пойдем теперь на карту немножко. Отличные новости. У вас достаточно жемчуга, чтобы развить героя. Это что еще за новости у нас тут? Для эволюции героя нужна магия красного, синего, белого и зеленого жемчуга. После эволюции мощь героя сильно повышается. Но, скорее всего, вам не удастся сразу же развить всех героев. Не очень-то люблю жемчуг, но любопытно, до каких высот я смогу подняться. Решайте сами. Развить. Давай глянем, как это хоть выглядит примерно. Ага, вот оно как. Эволюционировало до 2-го ранга. То есть, соответственно, повышается атака, защита и здоровье. То есть вот эти вот жемчуги нам нужны. А где их, интересно, собирать можно? Хм. Где-то должны даваться, наверное. В каких-то рейдах, может быть. Так, задание выполнил, видимо, какое-то я. Заберу награду. Ну что, пойдем тогда с тобой уже на карту. Радужная дорога. Хотя бы 10 уровень получить. Посмотреть бы, что там за радужная дорога. Лавки, арена, компания. Я готов идти дальше. По дороге желтого кирпича. Мы с тобой в городе Живунов, по-моему, да? До сих пор находимся, да. Тут почему-то на 2 звезды. Мы не выполнили на 3 звездочки, к сожалению. Похоже, эти враги заполучили редкое умение дровосега «Масляная ванна». И... Если мы выиграем эту битву, то получим несколько карт умения «Масляная ванна». А-а-а, вот оно как. То есть мы здесь можем фармить с тобой масляную ванну. А что он дает? Искупавшись в масле, восполните часть здоровья и ускорьте обретение маны. Повышает обретение маны 1 дополнительный ман на 4 хода. Манна это, то есть, то, что мы можем с тобой использовать. Ну что же, давай посмотрим. А, вот, кстати, и смотри, тут еще мы можем с тобой, вот, возможно, наград. Вот жемчуг, а вот и камушки, которые нам дают там повышение наших характеристик. Ну что, кого возьмем-то? Ну давай Офелию возьмем, фиг с ним. Также не забывай, что здесь есть билеты, которые можно, как в Черепашках-ниндзя, не обязательно драться, участвовать в боях, а просто использовать билеты и будет автобой. Смотри, ну-ка автобой включим, посмотрим, как это примерно выглядит. Насколько хорошо автобой будет здесь. Ну, неплохо, это была первая волна. Сколько здесь вообще волн? Так, это вторая. 2 волны всего лишь. Ну, это слабенький удар. Или враг слишком силен. Вау, скрита просто вынесла, видел как? Да, она, конечно, как дагер критует, будь здоров. С ней лучше не шутить. Ты вообще, офигеть. Крит у нее просто заоблачный, согласись.
Так, ну и мы получим свой обычный какой-то сундучок, где у нас 300 эссенции и топазовая руда, которая дает нам создавать топазы. Топазы, я не знаю. Вот, и новая карта умения. Это для дровосека. Замечательно. Можно было бы повторить поединки, ну это, я понимаю, так фармить, если нам понадобится. Так, а вот здесь почему закрыто? Ага, у вас не хватает предметов, чтобы разблокировать. Использовать. Ворота заперты. Ну давай, например. И что же здесь? Возможные награды. Сплошные звери, да? На вас нападает банда мохнатых, колючих, яростных зверей, которых ведет чудовище из иных земель. Рекомендуется 4 уровень. Но у нас-то 8 уровень, господи, вы че? Только какая там у них стихия? Я так и не понял. Зеленые, да? Против зеленой стихии у нас идет красный. Красный это дровосек, по-моему, да. Это дровосек. Или там надо смотреть именно по суперударам. О, вспомнил этих. Ну давай так сделаем. А, не хватает, 6 энергии нужно. Поехали, топориком. На тебе. Сейчас еще раз угону. Тут 4 волны, серьезно? Четыре волны как-то не хотелось бы. Так, переходим на вторую. Кто у нас тут? Блин, еще эти крысы. У нас вот это же массовая, по-моему, да? Дважды полосните одну... Нет, дважды полосните одну цель, это понятно. Высоко подпрыгнув... Так, топор на врага. Это защита на 3 хода. На 3 хода, кстати, надо взять защиту. Она нам пригодится. Теперь, наверное, вот так вот. Ага. Плюс масленочку используем. Лечение. И вот так вот. Есть контакт. Переходим на третью волну. Опять они здесь, а? Так, давай защиту, наверное, себе повысим. Так. Ага. Замечательно. Последние враги. Ух ты. Ничего себе, у него там лечение сделаем. Фига ты шпаришь, парень. На тебе. С удар в хлам. Да, дровосек, красавчик. Тут уж не поспоришь. Так, эссенция 300. Синий жемчуг. И зачарованные когти. Это у нас для льва. Ну, прекрасно. Что я могу сказать по этому поводу? Так, это нам пропускаем. Так, ну что, здесь прошли. То есть мы сейчас с тобой вовнутрь зайдем. Там будет у нас наверняка босс, после которого, после победы мы перейдем, наверное, на следующую локацию. Так, враги. Красный и зеленый. Красный и зеленый, значит, нам лучше взять синий. А синий это у нас страшило. То есть это магия получается. Хотите просто наблюдать за своим бой? Сделайте автобой. Ну давай посмотрим на автобой. Почему бы и нет. Нормально. Да ё-моё, что же вы делаете-то? Блин, страшило. Тут еще две волны надо будет тебе как-то. Надо хиляться тебе, братишка. Так совсем не вариант. Не нравится мне автобой. Ой. Да что ты? Блин, сейчас ушатает еще. Блин, не хватает энергии, все, я понял. Страшило, по-моему, не выживет. Да.
Да ладно, серьезно что ли? Выжил? Справился супер ударом своим за 4 манны, который наносит массовую атаку. Ключ. Земляное ядро, которое можно прокачать. Замечательно. Ну что же, тогда продвигаемся дальше потихонечку. А почему тут на 2 звезды? Видимо, потому что у нас мало здоровья, да? Ой-ой-ой, пожалуйста, пожалуйста, добрые существа, не грабьте меня. Я и так уж много потерял. Мы не собираемся тебя грабить, плюшевый медведь. Но отчего ты так далеко от своей страны мигунов? Вы знаете этого медведя? Какая-то сумасшедшая ворвалась в мой дом и унесла мою игрушечного мишку. С тех пор я бреду следом за ней, но плюшевых лапах быстро не побежишь. Игрушечный медведь преследует воровку, укравшую игрушечного медведя, ну и ну. Игрушка, о которой он говорит, наделена могущественной магией. Говорят, она может ответить на любой вопрос и раскрыть тайны прошлого, настоящего и будущего. Именно так, и если вернете мне моего мишку, обещаю наделить его способностью одного из вас, кого выберете. Я понимаю, что ты чувствуешь. Мы найдем воровку. Как выглядела эта женщина? У нее были дикие глаза, пылающие жаждой власти, и она была ужасно грубой. Думаю, это могла быть ведьма. Спасибо за предложенную помощь, добрые существа. Я останусь тут и буду ждать вашего триумфального возвращения. Угу. У нас вариант. Либо пойти сюда, ну в любом случае пойдем сюда. Либо сюда заглянуть. Используя ключ, 10 ключей тратим сразу. Жирновато, конечно, это. Так, тут какие-то, я не знаю, эльфы, не эльфы, фиг знает. Так, подожди, а кто они там по классу? Так, это у нас маги. Маги, и это значит, нам, в принципе, подойдет наша Офелия. В принципе. Со своими критами против магов вообще должна заходить идеально. Ну-ка, на автобой глянем. О, что-то пошло, поехало. Вот этот удар вообще крутой. Просто крутой у нее. Так, ну-ка, рубани. Хова, отлично. Так, переходим на вторую волну. Так, секундочку. 148, поехали. В минус. Сейчас будем с тобой делать. Да ё-моё, вихрь ножей. Прикольно, просто рубашит и все. Никому не дает шансов там на победу какую-то. Вот тебе и Офелия. Мы же еще и прокачали ко всему прочему, да? Так. Сапфировая руда и новинка. Новая карта умения. Зачарованный бросок. Метните волшебный кинжал в одну цель. Повышает крит шанс 50% для этой атаки. Даже так. Нормально. Так, и сундук. Изумруды 590 и плюс бронзовая монета. Приятно получать монетку. Давай-ка мы ее сразу, наверное, бросим в этот фонтанчик или в родник. А вот что-нибудь хорошее нам выпадет, а? Ну, эссенция, это понятно, это по стандарту. Так, масленка. Бросок кинжала. И что-то новенькое. Разруб. Рассеките броню двух соседствующих целей. Понижает защиту, шанс 75%. Понижает защиту, длится, пока не будет очищена. Ничего себе. И понижение защиты может сумираться до 3 раз. Нифига. Круто. То есть он может снять броню вообще. Так, мы тут с тобой уже что-то выполнили. Это все забираем. Это все забираем. Так, умение. И самоцветы, кстати, можем что-то склепать.
Какой получается у нас вот это, да? 5 к атаке. А здесь получается у нас 1 к скорости. Что-то умений как-то очень много у нас тут появляется. Я боюсь, у нас не хватит этой пыли. Эссенции. На все, если вот так вот мы будем с тобой каждую прокачивать. Ну ладно, там где соточка еще, это фиг с ним. Ну а там где вот подороже. Допустим. Так, что-то у тебя еще есть, железный человек. Лесоруб. Дровосек. Окей. Но это понижение брони, это, конечно, классный удар. Так, и умыться в масле. Да, я представляю, для него это, наверное, вообще кайф. Умыться в масле. Так, и здесь у нас вот это вот улучшается. Все. Можем с тобой двигаться дальше. Так, я уже забыл. Куда нажимать-то? В компании, ну, конечно же. Так, значит, мы с тобой сундук забрали. И двигаемся вот сюда. Так, летающая обезьяна, да? Вожаком стаи летучих обезьян обычно становится сильнейшей. Желтый-красный, желтый-красный. Это значит, нам либо мага взять, либо Офелию. Ну, я, наверное, возьму Офелию. Смелость льва дает ему огромный... Что-то огромное преимущество или что там? Надо было брать вот это за 148. Сразу бы уничтожили бы одного. На. Сколько там? Две волны всего лишь. Всего лишь две волны. Так, сколько у тебя здоровья, а, парень? 223. 223. Угу. Пока нечем атаковать таким хорошим. Есть дело такое. Да чтоб тебе. Так, а как же вот я помню, у нас собирается это и супер удар какой-то, я помню, можно было делать. Ты не помнишь, как он делался? Когда у нас накапливается вся ярость, там можно было применить какой-то суперудар. Я уже забыл, где он берется и как он делается. Так, ну эссенция, понятное дело. О, белый жемчуг. Аж 6 штук. Угу. И разрыв мы с тобой тоже можем прокачать. Ну что, забираем с тобой сундук? Или это... А, сундук он и был, по-моему. Нет, вот он. Только сейчас мы его забираем. Бронзовая монета. Одна штучка. Плюс обычный аметист. 5 к защите. Опал. О, как. Так-с. Возможные награды. Желтые и красные. Берем Офелию тогда. Меня здесь не стоит. Этот городок был таким живым и веселым, а теперь словно вымер. Я сам виноват. Надо было это предвидеть. Тебе не придется нести это бремя одному, дружище. Мы все приведем в порядок и накажем виновных вместе. Конечно, накажем. Так, насколько помню, это, друзья мои, раньше были живуны, так их величали. Так, ну я могу только за... А, за две энергии нету у меня ничего. Так вот просто кольнуть. Да успокойтесь вы. Так, дают 4 энергии, да, теперь? Можно, в принципе, сделать вот так. Ну хотя бы минус 1. Обратить... Так, обратите проявившийся инстинкт, смертоносную точность и в магический щит. Ох как. Ага, вот таким вот образом он работает. Только зачем мне магический щит? Ума пока не приложу.
крит такой неплохой. Сколько у него? Ну все, его добиваем. То, что еще ману воруем, это классно. Так, вторая волна. Давай так сделаем. С удара, просто с удара вынесли. И крит. Так бы мы его не добили, но за счет того, что кританули, мы его ушатали. Три волны, что ли? Ну-ка. Ушатали, отлично. Блок? Ты серьезно? На тебе, лобешник. Блок. Ну ты видел, как срабатывает блок, да? То есть вообще не можем нанести ему урона. Так, эссенция сапфировая руда. И защитная стойка. Повышает защиту на 3 хода. И это хорошо. Это все опять же для дровосека идет. А мы ведь и вправду сделали доброе дело, Страшила. Еще немного, и мы отыщем злую ведьму и заставим ее вернуть всех наших друзей. Я отчасти надеюсь, что это будет не слишком просто. Хочу, чтобы она сопротивлялась. Хочу, наконец-то, воздать ей по заслугам. Да воздашь ты ей по заслугам, не волнуйся, так опять речь. О, слава волшебнику, я уж было отчаялся. Что здесь случилось, добрый живун? Ужасная беда. Мы простые люди. По королевскому приказу мы собрались на городской площади, чтобы отдать свои магические самоцветы на хранение. Но тут появилось чудовище. Они бросились на нас со всей яростью, и я велел женушке бежать со всех ног, а сам остался защищать наш дом. Но потом я увидел ее. Она поднялась на площадь у самого памятника нашей Дороти. Завыла как демон и была окутана тьмой. Страшно вспоминать. Да, жизнь несправедлива, но возьми себя в руки и расскажи нам все. Терпение, Фели. Очевидно, он потрясен случившимся. Вы не понимаете. Это все еще продолжается. Она все еще там. Бедная наша страна. Не знаю как, но она вернулась. Она вернулась. Ведьма, видимо, да? Вот она. Возвращение злой ведьмы. Рекомендуется 5-й уровень. Тьфу, у меня 8-й. Я думаю, возьмем, наверное, с тобой... льва. Чем так важно это место? Именно здесь приземлилась Дороти, когда ураган принес ее в страну Оз. И ее домик упал прямо тут, на площади. Кое-кому прямо на голову. Какой ужас. Это было замечательно. Удивительно. Настоящее чудо. Как вы можете так говорить? На кого он упал? Я скажу тебе на кого. На ту, что не забыла. На ту, что отомстит. На ту, что захватит всю страну Оз. Это она? Она напала на меня и украла моего кота. Злая ведьма с востока. Она и вправду вернулась. Гадюка. Еще хихикает нам тут. Надеюсь, лев меня не подведет. Так, две волны всего будет. У нас есть пока только вот такой удар. Но он хороший, он массовый. Я взял льва только лишь потому, ребята, что у него есть очень... Так, полностью заряжает счетчик смелости. Кровотечение. Давай-ка. Так, блин, не то сделал. Твою налево. Ну тут достаточно сколько. Ну давай так вот сделаем. Вторая волна. Сейчас будет сама ведьма здесь, по идее. Вот она. Она, ага, не одна. Поехали. Ты серьезно? Опа. Я-то думал, что...
Да. Наверное, Левушка нам здесь не поможет. Но кровотечение повесили. Блин, наверное, надо было вспомогаловку бомбить, которая рядом там стоит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, один, значит, атакует, другой маг. Да, лев, к сожалению, здесь. К сожалению, вообще не в удел. Погибнет Левушка у меня. Слишком сильна ведьма. Так, сдаюсь. Ладно, возьму тогда Офелию. Возьму Офелию. Попробую ей сыграть. Так, ну это можно пропускать, это мы уже читали. Но с первой волной, ладно, тут еще особых проблем там, скажем, нету. Ну-ка. Сразу на врубон. Ой-ой-ой, что это такой? Что это за урон такой ничтожный был? Щит крит. Повысили, да? Слабовато критовка, я тебе скажу. Так, ну что, не будем сейчас бомбить ведьму, будем бомбить вот этих приспешников, которые стоят по бокам. Вот так вот надо их бомбать. Да блин. 76. Ай-яй-яй. Да ты серьезно, что ли, блин? Которого меньше всего ждут. Тю-тю-тю-тю. Не берет крит. Не берет крит эту ведьму, прикинь. Ну, уже что-то, ребята. По крайней мере, она осталась одна. И в магический щит. Ой, не то, не то, блин, я не то сделал. Что-то сейчас, по-моему, будет, да? Пока живем, ребята, пока живем. Блин, у нее 5 хп осталось. Да неужели? Молодец, Офелия. Справилась. Красава. Так, ключик. И волшебный залп. Поражает 4 случайные цели. Это для страшилы. Хм. Она убегает. Никто не пострадал? Нет, кроме моей гордости. У нас был шанс остановить ее навсегда, но мы не смогли. Не так все мрачно. По крайней мере, вы освободили меня из ее грязных лап. Итак, кто хочет первым загладить меня до блеска? Сдается мне, мы скоро пожалеем об этом спасении. Ты жив и здоров? Никогда бы себе не простила, если бы с тобой что-нибудь случилось. И я пойду на край света, чтобы ее наказать. Тогда пойдем с нами, Офелия. И если не остановить злую ведьму и ее приспешников, они принесут много горя жителям страны Оз. Наверное, вы правы, добрый господин. Но благодаря вам город Живунов спасен. И наши родные могут вернуться домой. И я боялась, что... Никогда больше не увижу мужа и дом. Но вы спасли нас. Уверена, вы сделаете то же самое для всего нашего королевства. Удачи вам. Ты рисковала жизнью ради спасения королевства и получила своего друга назад.
Мы благодарны тебе за труды. Оставайся в стране Оз сколько пожелаешь и путешествуй, где вздумается. Путешествовать? Не в обиду, Озма, но твое королевство не в лучшей форме, и вся эта магия вышла из-под контроля, верно? Вот, скажем, можно ли как-нибудь вернуть меня домой? Это маловероятно, по крайней мере, не сейчас. Ладно, неважно. Бывало я в местах и похуже. К тому же, тут я могу как-то на все повлиять. Надо полагать, я тебе должна за это поблагодарить. У волшебной страны есть свойство пробуждать истинный характер каждого существа. Похоже, у тебя героический дух, а в жилах течет немного магии. Я прекрасен, и я всегда это знал. Никогда не покину эту страну. И я пока пойду вместе с ними. Помогу искать ваших пропавших друзей. Вы говорите о них так, будто они ваша семья. Будь у меня семья, я бы на что угодно пошла ради этого. И я тоже, Офелия Киан, я тоже. И мы, друзья мои, переходим в окрестности. Но сначала я все-таки зайду и брошу монетку в наш родничок или фонтан. А вот что-нибудь да хорошее выпадет. Так, ну эссенция, это понятно. Так, масленочка. Рубящий удар. Это пока все идет на железного дровосека. И что-то новое. Ух ты. Щит-руб. Уничтожьте любой щит на одной цели и нанесите ей прямой урон. То есть готовимся, ребята, к таким юнитам, которые будут носить щиты. А вот легендарная монета Офелии. Слушай, а я ведь могу купить? А что это дает монета? Шанс получить 5 легенд... Давай попробуем, а? Так, только я возьму, наверное, на Офелию. Давай рискнем, ну-ка. Что она дает нам? Так, эссенция, это понятно. Ух ты! Подсечка! Нанесите урон и введите одну цель в ступор направленным ударом. Ступор — это шанс 50% на один ход. Когда цель в ступоре, ее действует. Ну, короче, стан. Грязная магия. Швырните волшебную пыль в одного врага. Урон дальнего боя. Слепота. То есть мы можем блокировать атакующие удары. Ну, бросок кинжала-то понятно, у нас был. И что-то новенькое. Это крепкое здоровье. Ваша сверхъестественная природа позволяет избавиться от негативных эффектов. То есть это очищение снимает весь дебаф, который может на нас быть. И что-то... Оу. Это эпическая, ребята, карта. Это эпический удар. Удар под дых. Нанесите одной цели глубокую рану, которая причиняет ей сильный урон по окончании действия. Пронзание. Шанс 100% на два хода. Пронзенная цель получает урон 136 по окончании действия. То есть за два хода он получит 272 урона. Недурно, совсем недурно. Так, а мы можем еще, знаешь, что сделать с тобой? Давай так сделаем. На страшилу хочу посмотреть. Так, волшебный взрыв. Это у нас было, это я видел. Торнадо, это тоже было. Волшебный залп тоже было. Так, что-то новенькое. Вьюга. Призовите метель, которая поражает 4 случайные цели. Урон дальнего боя. Схера льда. Озноб. Шанс 100% на 4 хода. Озноб, я надеюсь, это заморозка именно. О, легендарная карта, что ли? Вау. Новинка, стая ворон. Призывает 101 злобную ворону, и те наносят тяжелый урон всем врагам. Кровотечение, шанс 100%. Наносит урон 40% на протяжении 3 ходов. То есть получается 120 урона всем, да, я так понимаю, всем целям. Легендарная карта выпала, вот это круто. На Офелию эпическая, на Страшилу легендарная. Так, давай-ка мы с тобой здесь заберем награды. Так, так и вот так. Отлично, теперь я хочу взять, естественно, эти новые карты, которые мы с тобой получили, себе, как говорится, в коллекцию. Но сначала, наверное, прокачаем. Блин, ценник, конечно, да, ребят. Ценник тут дорогущий, не поспоришь с этим. 9 тысяч, 15 тысяч, это так, расплюнуть, потратить.
Вот, вот этот вот, наверное, мы с тобой 45 тысяч. И это эпическая карта. Я боюсь представить, сколько будет стоить на легендарную карту улучшения. Так, мы с тобой получаем 9 уровень. И мощь команды возрастает, что не может не радовать нас. Так, где эта карта? 179, да? 179, то есть мы с тобой можем вполне вот эту вот карту убрать. А вот эту вот взять. Точно? Точно. Вот, и... Подожди, сейчас посмотрим. Надо смотреть после прокачки. 125, уже видишь, 125 урона. То есть смело можно убирать вот этот нож. Хотя нож, ребята, он стоит 0 манны. Мы можем сразу его заюзать. Тогда мы с тобой вот так вот, наверное, сделаем. Тут 127, тут 110. 127, 110, конечно, перевес уйдет в эту карту. А тут еще, видишь, разные есть. Есть отхил карты, которые дают. Тут, например, позволяет избавиться от негативных эффектов. То есть мы можем с тобой очиститься от отравления, от стана. Ну, много что там у нас идет. То есть как бы тоже есть смысл такие карты брать. Не пренебрегать ими. Так, и давай посмотрим, что у нас тут. Где легендарная карта на нашего Страшилу? Вот она. Сколько? 100 тысяч! 100 тысяч улучшения стоит в... следующие 500 тысяч! Я офигеть! Ну, сколько? 177 урона. Я не знаю, ребят, я, конечно, возьму ее, но, блин, надо просто посмотреть. Видишь, тут кровотечение видно, что накладывает. Да, 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 это все изумруд. Нет. То есть вот так вот просто взял, одно улучшение сделал, и, ребята, сфейлил все наши... всю нашу эссенцию. Так, ну что, давай посмотрим, у нас новая локация. Так, арена, что у нас тут на арене? Набор героя. Открыть. Так, эссенция 250. Так, уровень команды. Что такое? Компаньон. Этот паук не отличается быстро. А, это же компаньоны, которые будут с нами участвовать в боях. То есть мы их можем прокачивать же, точно, я вспомнил. Но пока, я думаю, не стоит, да, ребят, этим заморачиваться. В данный момент, как бы, мы с тобой не особо там аренщики. Давай попробуем получить 10 уровень и посмотреть, что за радужная, блин, дорога нас впереди ожидает. А пока идем с тобой по новой локации, которую мы только что с тобой открыли. Это окрестности. Так, длинный путь-то у нас так. Да не особо длинный-то, в принципе, ребят. Не особо длинный. Мало кто превосходит темных охотниц в скорости. Их часто сопровождают питомцы, огромные пауки. Ну-ка, давай-ка посмотрим, на что готов наш Страшила. Бегать за воскресшей злой ведьмой? С ума посходили? Она явно ослабела после битвы. Скорее всего, убежала вот по этой тропе. Сначала нападение на изумрудный город, а теперь вот это. Неужели это совпадение? Как думаешь, чего она на самом деле хочет? Похоже, ей нужна сила и месть. Боюсь, преждевременная гибель не изменила ее черную душу. Неважно, мы ее найдем, спасем наших друзей и обратим вспять эту черную напасть. И если все пойдет по-моему, на этот раз она останется мертвой. Надеюсь, Лева, надеюсь. У тебя хватит сил противостоять. Так, лучницы, ну что, давай глянем, на что способен наш Страшила. Ага, вначале вот, за 0 маны. Первый удар. Угу. Так, а у них 8 уровень, кстати, я тебе хочу сказать. Обожаю вот эти вот фаерболы, которые наносят массовую атаку. Так, а тут две волны. Две волны, ну-ка. Минус паучара. Переходим на вторую волну, и у нас... Вот это я хотел глянуть. Блин, не хватает. Это мы с тобой делаем защиту и отхил. А что это у нас здоровье уменьшается вместе с щитом, интересно мне знать. Да как так-то?
Ай-яй-яй. Щит пока работает, ребят. Ну что, хватит у меня? Нет. Ну, погнали. Вот это да. Вот это топ. Ну, опять же, друзья мои, не все так просто, как оказалось. Нужно накопить определенное количество манны, чтобы ты мог воспользоваться этим ударом. А тут выбор: либо получать звездюлей, пока ты копишь, либо атаковать. Вот такие вот пирожки. Понимаешь, да, к чему я клоню? Так, ну что у нас тут? Мы, кстати, можем потом вот здесь вот открыть замок и пройти куда-то там. Ох, какие суровые ребята. Так, Офелия, ты готова? Ну, давай попробуем. Так, в лавке предметов можно что-то там покупать. Это опять крысы эти. Ну, давай начнем так. Надо было делать вот с этого удара. 159. То есть сразу бы один труп был бы. Или 148. Или вот так. Шикарно. Так, сколько? Две волны, да? Ну, это щит. На тебе бросок кинжала. Ох, ё-моё. Ну, вы, ребята, тут даете, конечно. Так, подсечку посмотрим. Ну, неплохо. Ой, фига себе. Да хорош. По 70, прикинь, наносит урона. Ай-яй-яй-яй-яй, ярость. Ой, как больно-то. Нет, вот в этой, в этом, ребят, ситуации лучше, конечно, брать какие-то массовые атаки. Офелия здесь, ну, совсем как-то не подходит под это дело. Блин. Повышает шанс крит на 3 хода. Вот это я хотел проверить. Погнали. Ага. Раз, два, три. Ну хотя бы хорошо, хоть одного завалили. А это? Бьет только одну цель, друзья. Эпическая карта, но бьет всего лишь одну цель. Плохо. Так, новинка. Удар с размаха. Такого у нас не было. Так, скоро будет уровень. Скоро апнемся. Что за странные звери? Это калиды. Наполовину медведи, наполовину тигры. И обе половины злющие. Они родом не отсюда. Тогда откуда они здесь взялись? Если только не из моих кошмаров. Из страны геликинов. Мерзкие твари. Туда я отправлю тех многих, кого пожелаю пощадить. Мы можем пойти сюда. Да, пойду сюда, но возьму, наверное, дровосека. Так, улучшим, да? Защитную стойку. И вот масленочку еще прокачаем. 1000 потратим. Уровень, друзья мои, 10-й. Наконец-то получаем 10-й уровень. Соответственно, у нас открывается какая-то там радужная дорожка, или как это называется. Можно, в принципе, сейчас пойти и посмотреть, что она себе представляет в город. Так, здесь заберем быстренько с тобой нашу награду. 25 тысяч эссенции. Радужная дорога. Что за радужная дорога? Добро пожаловать на радужную дорогу. Когда-то это место было самым красивым во всей стране Оз. Мой отец подарил ему всему королевству. Но потом сюда пришла тьма. А здесь появились чудовища и стали все портить. И они не захотели убраться даже после очень вежливой просьбы. Это так ужасно, грубо, вам не кажется? Может, вы сможете от них избавиться? Сделайте это для меня, я буду так признательна, если вы найдете какие-нибудь... клады, забирать их себе. Я только хочу, чтобы на моей радуге снова воцарился порядок.
Так, сначала битва, но у вас накладывается постоянный эффект кровотечения. А что это дает? Лавка какая-то здесь есть. Джек, хитрый пинок, стая ворон, могучий дуб. И это все покупается вот за такие камни. То есть, скорее всего, мы когда проходим, нам дают вот эти вот рубинчики, камни. И за эти камни мы с тобой можем покупать редкие, я так понимаю, карты. Карты, жетоны и тому подобное. Но, в принципе, все как бы ясно. Так, дровосек, давай-ка мы улучшим тебе тут. 101 к атаке. Волшебный пруд, есть шанс получить из волшебного пруда. И здесь, да, можно получить. А помнишь, как-то нам рейд, вот смотри, рейд нажимаем. Вот оно как работает, друзья мои. Понял? Мы не участвуем с тобой в поединках, но тем не менее получаем всю награду. Рейд. Только вот что тратится у нас? Где-то жетон или что-то мы должны с тобой... Подожди, мне сюда не надо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Меня верните, пожалуйста, на ту, на старую карту. Так, здесь улучшаем. Да, очень-очень, конечно, много здесь заклинаний. Я даже знаю. Ну, все вряд ли получится просто прокачать. Просто не хватит элементарно пыли, эссенции. Понимаешь, да, о чем я? То есть ее надо зарабатывать, где-то фармить, и я не знаю где. Ну, вот такие вот пирожки. Так, компания. Окрестности. Так, ну что, давай попробуем. Я хотел взять дровосека. Погнали. Я не остановлюсь, пока в каждой комнате изумрудного дворца не будет ковра из шкур калит. Лев, успокойся, мы сражаемся для общего блага, а не из гордости и кровожадности. Они скорее растеребят тебя на солому, чем станут уважать наше королевство и его законы. Для некоторых единственный путь к уважению лежит через наказание. Вот разошелся-то лев, а. Так, вот они, эти калиды. Ну что, дровосек? Руби? Ну, урон-то, конечно, слабенький. Бумс. Но у них тоже пока не особо сильный. Ну-ка, давай так. Оглушение. Вот, видишь, он оглушение вешает, ребят. Соответственно, он должен, по идее, пропускать ход. Если я, конечно, правильно понимаю. Сейчас посмотрим. Немножко не понял. Так, щит, защита. Масленка, сколько нам здоровья восстанавливает? 135, ну как-то мало, если честно. Мало здоровья восстанавливает нам масленка. 135, если они наносят, извини меня. Ой. Какую-то массовую бы вот найти. Отбросьте на врага топор. 311, это сразу труп получается. Поехали. Бумс. Ать. 139. Но не оглушили на этот раз. Вот что эта ярость нам дает, а? Ведь как-то же можем ей пользоваться. А, все, я понял. Ярость, это она идет, переходит потом в заклинание к нам. То есть в манну. Вот как оно действует. Так, ну это последний охламон. В принципе, его тут забомбашить должно быть. Сейчас сделаем с тобой этот прыжок. Тыдыч. Хорошо.
А там он воздушный шар как-то летит в небе. О, видишь, какой довольный. Смазался и отлично. И пурпурное сердце у него там в груди. Два к уклонению. Звуковая волна. Готова к прокачке. Да почему опять на две звезды-то? Я же вроде все, всех убил. Никого не потерял. Почему? Видите, сперва они посылают своих бойцов, скоро прибудет подкрепление, и нам придется сражаться с их колдунами. Быть может, ты и прав, но нельзя становиться похожими на них. У каждого живого существа есть темная сторона страшила. Но в итоге важна только одно. Куда ты направляешь эту тьму? Так, открываем, наверное, за собой этот сундук. Ой, ёк, мог... А, нет, я уж подумал, что... Фига у вас там. Страшило, давай-ка иди сюда, потому что тут надо, наверное, массовые атаки. Мерзкие калины! Немедленно покиньте эти земли или пеняйте на себя. Ха-ха. Большой лев, большие слова. Слова ничего не значат. Ты ничего не значит. Мы оставаться, мы брать блестящие вещи, сжечь все остальное. Ты говоришь еще больше слов. Мы вас убивать, потом мы вас съедать. Минуточку, учтите, я очень непитательный. Нет, мы сокрушим вас, и вы будете молить о пощаде. Тогда царь зверей решит вашу участь. Вот так вот, мы будем решать их участь. Блин, ну их там что-то дофига. Надеюсь, старшила, ты справишься. Надеюсь на это. Угу. Бумс. Да. Ой. Ну, поехали. Да что ж ты. Ты мог бы в одного-то бомбануть. Да всю, полностью весь залп, нет? Во, хорошо. Это только с одной волной справились. Сколько там волта вообще будет? Даже не увидел. Так, поехали. Красота, просто красота. Вот этот удар, конечно, это имба какая-то. Третья волна. Давай-ка вот так вот сделаем. Это у нас отхил. Лечение получается, да? Ядро. Ну, хотя бы так. Ну, мог бы поджог сработать, да? Так, он что-то захилялся? А поджог сработает. А, они лечатся. Они усасывают у меня здоровье и сами себя восстанавливают. Типа этакого вампирика, да? Эх, вы жуки навозные. Так, еще ведь должна быть волна. Там, по-моему, 5 волн или 6 даже. Нет? Тогда изи. Изи катка. Так, 40 здоровья. Так, раздирающий удар. Это что-то новенькое, по-моему, да? Да, новая карта. Умение это обычное. А раздирающее. Убирайте свои грязные норы и расскажите своему племени, что смелый лев вас пощадил. Калиды свирепые, но никогда сами не решились бы на такое нападение. Вот что я вам скажу, даже если забыть про магию и все эти штучки, в вашем королевстве пора навести порядок. Это точно. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.